У Гомелі шукають 13-годового Максима Пархоменку. 21 мая, каля 19:30, он вышел со школы, снял годинник с системой батьковского контроля и сошел у невядомым накерунку. Он был опранутый у черные джинсы, темно-синюю куртку, черные кроссовки и черную кепку с логотипом в выгляде хвалистой линии. На выгляд ему 10-13 годов, рост каля 162-164 сантиметров, худорлявого телоскладу. Волосы русые, средней должины. Коли вы володите информацией про место знаходжения подлетка, поведомите по указанных на экране телефонах.